Главное, что модераторы есть, Жень. Да, Дим, так что по-любому... Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу панель, панельную дискуссию «Федеральный проект. Новые возможности для каждого. Развитие вузов через призму ДПО». Получается, что тематика дополнительная получает глобальность, когда в стране экономический спад. Если вспомнить кризис 98 года, то сразу после него был подъем и масштабное развитие системы дополнительного профессионального образования. А после мирового кризиса 2008 года начался мировой бум, который не прекращается до сих пор. Ни для кого не секрет, что сфера непрерывного образования, и формального, и неформального, она растет очень динамично, она растет даже быстрее, чем другие секторы, другие образовательные секторы. В этой связи сегодня очень важно поговорить как раз на фоне того, той ситуации, которая существует у нас в стране, которая существует в мире. Без всякого сомнения, пандемия коронавируса негативно скажется на экономике, и последствия мы будем видеть еще очень долго. В этой связи очень здорово, что в нас в проекте образования есть такой федеральный проект, который является ничем иным, как дорожная карта для вузов, для университетов в сфере дополнительного профессионального образования. И мы сегодня собрали с коллегами очень неплохой состав спикеров. Чуть-чуть попозже к нам присоединится, вот сейчас подключается заместитель министра Андрей Мельчук, профильный заместитель министра, который курирует сферу дополнительного образования. С нами сегодня ректор Московского городского педагогического университета Игорь Маренко, ректор Нижегородского университета имени Лобачевского Елена Загаевна, научный руководитель Института образования Высшей школы экономики Исаак Фрумин и мой коллега, с которым мы сегодня вместе будем модерировать, Дмитрий Гужеля, хорошо вам известный, основатель Универсариума и один из ведущих специалистов в сфере непрерывного образования. Несколько дней назад мы разговаривали с министром Валерием Николаевичем Фальковым про в целом ситуацию в высшей школе, куда она будет развиваться, и затронули вопрос, причем по инициативе министра, о важности дополнительного профессионального образования. И министр отметил, что для Миноборнауки этот сектор доп. Образования, он, конечно, крайне важен, и, безусловно, Миноборнауки будет им заниматься. В этой связи мой первый вопрос Исаак Давидовичу Фрумину. Часть от университетского сообщества показывает, что сегодня инструменты ДПО приобретают исключительно важность. Потому что нужны массово цифровые компетенции, и потому что после эпидемии, да и сейчас уже, многим придется менять работу. Проект «Новые возможности для каждого» в сути содержит набор инструментов помощи вузам и рынку труда в целом. Исаак Давидович, какое развитие будет иметь проект или должен иметь проект в 2020 году, по вашему мнению? Доброе утро, Евгений. Я рад участвовать в такой сессии. Я думаю, что про проект, наверное, более развернуто расскажет заместитель министра. А я выскажу суждение как человек, который вместе с другими коллегами в нашем институте образования наблюдает за развитием образования в целом и в том числе в связи с потребностями экономики, экономического развития. Мы еще 3 года назад начали обсуждать при подготовке стратегии социально-экономического развития России, так называемая программа Кудрина, вопрос о том, что среди всех показателей развития образования Россия существенно отстает от стран-конкурентов только по одному. Это показатель охвата непрерывным образованием. Наш показатель в 2 раза ниже, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития. И, собственно, тогда впервые в докладе 12 решений для нового образования, который вышел в 2018 году, мы предложили
что эта сфера должна быть поддержана с федерального уровня. Она никогда не являлась в постсоветское время сферой ответственности национального уровня. Это региональный уровень, уровень предприятий. И мы очень довольны, что к этим рекомендациям прислушались, и действительно возник проект «Новые возможности для каждого» как федеральный проект. Но скажу откровенно, что масштабы его финансирования и механизмы реализации недостаточны даже для той задачи, которая стояла до кризиса. Если же говорить о задачах, которые встанут перед нашей экономикой, социальным развитием, после выхода из острого этапа, я хочу подчеркнуть, из острого этапа пандемии, то, конечно, нужны совершенно другие масштабы, значительно больше, и нужны другие инструменты. Я два слова только скажу, что даже в Москве, в очень благополучном городе, в условиях вот этой удаленки, всевозможных указов о сохранении работы, с момента начала так называемого периода самоизоляции количество только официально зарегистрированных безработных выросло в два раза. В Соединенных Штатах, в странах Европы, а мы пойдем по такому же пути, к сожалению, идет взрывной рост безработицы и взрывной рост потребности в получении новых квалификаций. Прежде всего, замечу, в области цифр. Поэтому нам очень важно сегодня находить новые ходы для того, чтобы эту потребность восполнить. И университеты лучше всего позиционированы для того, чтобы стать драйверами такого быстрого роста рынка непрерывного образования в стране. Спасибо. Спасибо, Исаак Давидович. Дима, тебе слово. Да, спасибо, Жень. Смотрите, Исаак Давыдович, тут... Алло, меня слышно? Да, слышно хорошо. Алло. Да. А, отлично. Исаак Давыдович, знаете, хотел вот чуть-чуть уточнить ваш вопрос по поводу того, что сейчас безработица наращивается и так далее. Вот как вузам, на ваш взгляд, нужно реагировать в этой связи? Ждать поддержки из федерального центра или самим, в том числе, заниматься развитием программ ДПО, выходить активно на этот рынок и предлагать образовательные программы, которые будут конкурировать с образовательными компаниями коммерческими, которые сейчас есть на рынке. Мы видим, что сейчас и Facebook, Instagram, ВКонтакте, все социальные сети заполнены различными программами, повысить свой там бизнес-потенциал, стань программистом за 3 недели и так далее. Насколько это вот вузам нужно включаться в эту гонку и нужно ли вообще это? Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за вопрос. Ну, смотрите, я в первом вот в своем слове до этого я говорил как бы об общественной, об экономической потребности. А сейчас вы задали вопрос о том, нужно ли это вузам. Ну, я скажу откровенно, я думаю, что без очень активного выхода на этот рынок значительная часть вузов просто не сведет концы с концами. По нашим оценкам, рынок, я буду рад ошибиться, но рынок платного обычного образования упадет примерно на 20%. Рынок иностранных студентов упадет на 70-80%. Вузы просто лишатся значительной части дохода. У нас какое-то смешное представление о том, что наши вузы живут исключительно на бюджетные деньги. Это полная ерунда. Почти 40% бюджета в разных вузах по-разному составляют небюджетные доходы. Из них основная часть – это доходы от образовательной деятельности. В этом смысле для вузов жизненно важно выйти на этот рынок и попробовать доказать свою конкурентоспособность. С одной стороны, мне кажется, что у вузов есть колоссальное преимущество. Это экспертиза, компетенции и, наконец, масштаб. Потому что вуз может тысячами людей готовить. Но, с другой стороны, конечно, у вузов есть ужасная бюрократия, неготовность гибко реагировать на рынок. Но вот жестко отвечая на ваш вопрос, я
уверен, что это не вопрос, как бы стоит, не стоит, это вопрос выживания вузов всего в экономической ситуации после острого кризиса пандемии, острого этапа. Итак, спасибо большое. Я как раз хотел вот в продолжение этого выступления, если позволишь, передать слово Игорю Римаренко, для того, чтобы вот он представитель такого не совсем типичного в российском понимании педагогического университета, который перешагнул, собственно, само понятие педагогического университета и стал такой полноценный городской университет, который решает задачи города. Я бы вот хотел, Игорь, тебе вопрос адресовать с точки зрения того, насколько вот для вас важна ситуация с программами ДПО, что ВУЗ делает в этом направлении, и у вас очень неплохие кейсы в этой части, может быть, коротко поделишься вот на эту тему. Спасибо, Дмитрий. Да, вы знаете, вот я сейчас задумался, действительно были программы на рынке дополнительного образования, на которые мы не очень обращали внимание. Ну, вот я не знаю, например, подготовка парикмахеров там, да, или там повышение квалификации парикмахеров. Вроде бы зачем оно нам? Совсем вроде бы не релевантно с точки зрения, значит, вузовской академической настроенности, уклада, тематики, исследований и так далее. Но вот сейчас я думаю, вот у нас, например, 3000 студентов в колледжах, и часть из них отчисляется. Это те, кто, ну, главным образом, это те, кто по каким-то причинам не справляется с освоением навыков, например, будущего школьного учителя, да, вот школу им путь трудно пробить. А предложить им, скажем, какую-то программу профессиональной подготовки парикмахера того же, почему бы и нет? Вот сейчас мы крепко задумались про это. Вместе с тем ряд программ профессиональной переподготовки вот, и подготовки для нас имеет смысл уже по смыслу, по сути нашего университетского образования. Ну, например, у нас есть ряд программ для лиц с ментальными нарушениями, для граждан с ментальными нарушениями. Несколько десятков человек мы ежегодно обучаем. И это, когда студенты в этом участвуют, это в определенной степени воспитание у них вот этого ощущения заботы, очень важного ощущение, которое им пригодится в непосредственной школьной действительности. У нас там программы ткачи и вышивальщицы. В основном это программы, которые просто обеспечивают занятость. Или, например, знаете, вот обучение пенсионеров, цифровой грамотности, ну, например, там, так сказать, грамотности в столичном мегаполисе, проведение экскурсий, там как-то повторение изучения языков. Все это тоже имеет смысл, потому что студенты могут в это включиться и как бы важные качества в себе воспитать, связанные с заботой, с чуткостью, с умением реагировать на какие-то такие очень больные, тяжелые, нужные потребности. И вот такого рода программы, мне кажется, сейчас, вот после того, что Исаак Фрумин обсуждал, могут быть в большей степени в зоне внимания вуза. Но я бы хотел остановиться на программах, которые более характерны непосредственно для вузовского сектора, потому что у них есть багаж исследований, потому что у них есть багаж новых знаний. И тут я бы хотел, наверное, только один слайд показать. Два даже слайда я бы показал. Можно тогда мою презентацию включить, а я ее сейчас хитрым образом переключать буду. Как ее включить? А вот она есть. Включил. Да, я даже ее переключаю. Вот смотрите, у нас вообще последние годы все время растет рынок повышения квалификации, и ну, основной его рост был связан с тем, что в системе общего образования города Москвы появился прозрачный рынок. То есть раньше была одна организация-монополист, которая распределяла субподряды и полностью отвечала за повышение квалификации. А сейчас школы могут сами выбирать. Вот есть норматив, приходящий на одного учащегося. Все это аккумулируется в школе в рамках одного фонда, и директора выбирают, что им
выбрать для повышения квалификации. Соответственно, для нас это возможность вот открыто на этом рынке играть. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы университеты активно в этом участвовали, надо сильно посмотреть на отраслевые государственные рынки повышения квалификации, постараться их максимально монополизировать, вот когда преодолеть монополию, какое тут слово правильно, демонополизировать, вот, умное слово, демонополизировать, значит, фактически перевести на повышение квалификации и дать возможность вузам здесь играть, и это мы делали. Теперь, собственно, вот к сути вопроса, возвращаясь к своего, а какие программы, релевантные вузам, касающиеся вузовских исследований, могли бы тогда на рынке появиться и иметь значение? Ну вот в качестве таковых программ я бы, ну вот тут я должен, конечно, сказать про федеральный проект «Новые возможности для каждого», где повышение навыков цифровой грамотности для вузов, для других образовательных организаций имеет первостепенное значение. Мы всем в этом тоже участвуем. И спасибо, так сказать, федеральному министерству. Значит, это я по протоколу должен сказать, сказал спасибо. Значит, но вот еще хочу про один проект сказать. Это где оценка, где у вуза есть оценка предметных компетенций педагога. Вот проект мы как раз реализовывали с Универсарием, Бич, так сказать, про него хорошо знает, где мы взяли имеющуюся научную разработку по оценке предметных, методических, психолого-педагогических, коммуникационных компетенций педагога. И прежде чем повышать квалификацию, все педагоги проходят определенную оценку. То есть они проходят такой assessment. И мы видим профили учителей, которые, так сказать, прошли это. И дальше программа повышения квалификации уже строится не единая для всех, а исключительно таргетированная на те дефициты, на те недостатки, которые есть у соответствующих учителей. Вот смотрите, это как раз пример программы повышения квалификации, которые, ну вот просто так на рынке в свободной конкуренции не укоренены. То есть, конечно, это, ну, там колоссальная разница, например, с программой визажиста или парикмахера, где есть определенный перечень, так сказать, навыков, никакое, так сказать, входное тестирование не нужно, а нужно набрать группу и ее учить. Тут же вот принципиально гибкая программа, ориентирующаяся на имеющиеся дефициты. И мы начинаем с этой программой конкурировать на рынке повышения квалификации, причем уже не только в Москве, а на разных региональных рынках. Ну вот в качестве примера трансформации этой программы в другие проекты можно привести использование материалов этой программы в проекте «Учитель будущего» в федеральном тоже проекте, где концепция диагностики учительских команд как раз была заимствована из упомянутого мной проекта. Ну или, например, обучение... буквально одна минутка. Да-да-да, и последнее, обучение педагогов русских школ за рубежом. Тоже для этого обучения мы берем методику, отработанную в проекте консолидации диагностики и повышения квалификации. Прежде чем учить, мы выясняем конкретный профиль дефицитов каждого педагога и строим подготовку в соответствии с этим выявленным профилем. Вот я думаю, подобного рода программы, соединяющие научные разработки и масштабные рынки повышения квалификации, вузы должны иметь в виду, чтобы конкурировать в новой реальности. Спасибо, завершил. Да, спасибо большое. У нас сегодня в эфире ректор еще одного университета, университет Изобуми 5100, университет участника, победителя в ФЕД-проекте «Новые возможности для каждого» в прошлом году и очень амбициозного вуза, который понимает, что сегодня инструменты доп. Образования, они как-никак важны. В этой связи у меня вопрос к ректору университета Лобачевского Елене Загайновой. А нужна ли университетам поддержка в запуске системной работы на рынке ДПО? Вообще, какая вам нужна сегодня помощь, в том числе от федерального министерства? Доброе утро, уважаемые коллеги. Большое спасибо, что предоставили возможность высказаться региональному университету, несмотря на то, что Евгений представил нас как больших и продвинутых, но все-таки мы региональные, у нас есть особенности, в том числе и в реализации программ ДПО, в том числе и в рынке программ ДПО. А мы также, как, наверное, и московские, и питерские коллеги, конкурируем за стандартные программы ДПО, которые необходимы для педагогов,
ежегодно или раз в 5 лет, для медиков, которые тоже необходимы обязательно для поддержания сертификата, для бухгалтеров, то есть те ДПО, которые жизненно необходимы людям, которые были, есть и будут после кризиса. Поэтому, наверное, тут ничего не изменится, скорее будет только жестче рынок. И вот вопрос, как тут конкурировать, ну, пока получается игра только на цене. То есть качество не волнует не так сильно, поскольку им нужно получить сертификат, так скажем, бумагу государственного образца, по которой они могли бы работать дальше. То есть им важно, чтобы было удобно, чтобы быстро проходил документооборот, чтобы не было проволочек, ну и по возможности получать это доп. Образование в дистанте. Это сегодня мы, конечно, можем все предложить, и тут, наверное, мало что поменяется. Единственное, что наверняка выйдут новые игроки на рынок и, возможно, даже коммерческие институты и коммерческие системы образования. Вот. Что же касается помощи, что же касается изменения пейзажа ДПО после сейчас состояния после кризиса, ну, что-то также останется востребованным, как и было, то есть будут востребованы курсы по поднятию экономической грамотности, юридической грамотности, по IT-технологиям. Здесь уже, наверное, у вузов больше преимуществ, потому что это специальные программы, часто междисциплинарные, то есть между факультетами участвуют, например, в преподавании экономисты и юристы на одном и том же. И здесь уже скорее наши слушатели, наши потребители, люди, которые уже застоявшиеся, взрослые. И здесь возможна трансформация как раз в дополнительное обучение в условиях кризиса. Также у нас получается, что в нашем вузе ДПО очень эффективно играет в работе с филиалами. Поскольку филиалы у нас реализуют программу и СПО, и высшего образования, то филиалам очень важно иметь дополнительные инструменты привлечения слушателей, и это получается наша эффективная организация работы с регионами. И нам тут очень бы важна была помощь, ну, наверное, скорее от регионального правительства, а может быть даже и системная аналитика, а что же будет востребовано после кризиса на рынке дополнительного образования. Потому что сейчас мы можем только догадываться, что действительно простые профессии – и поваров, и мастеров ногтевого сервиса мы тут недавно обсуждали. Да, это все по-честному будет востребовано. Нам бы хотелось более профессиональной аналитики, а мы когда говорим о безработице, кто выйдет на рынок ДПО и какие специальности будут востребованы. Мы, конечно, можем это сделать и на своем уровне при помощи нашего Министерства промышленности и инноваций, но если это будет централизованная аналитика и, возможно, организованная под эгидой Министерства науки и образования, это бы нам очень помогло. Конечно, то, что была помощь Министерства в организации таких специальных проектов на развитие программ образования, это очень хорошая помощь, хорошее вспоможение для создания новых программ, которые обширные, объемные и требуют участия специалистов, педагогов разных факультетов. Вот в прошлом году действительно мы реализовали две таких программы, два таких гранта по новым возможностям для каждого. И все эти направления были очень востребованы и для НПР вузов, и для обучения граждан. Вот. И абсолютно согласна, что это будет одним из весомых, существенных пунктов зарабатывания денег вузов. То есть мы здесь будем стараться по полной, но еще раз говорю, что у нас будет много конкурентов. Именно на фазе сейчас кризиса и на фазе безработицы. То есть выйдут на рынок явно другие системы преподавания, системы. Точно так же хочу поддержать вариант с экспортом образования, и он не такой уж и сложный. То есть, с одной стороны, можно говорить о программах на английском языке, которые мы нацелены давать уже с сентября нашим иностранным студентам, и здесь нам тоже нужна поддержка министерства, чтобы они поддержали такую форму дистанционного образования для иностранных граждан, чтобы это было регламентировано, чтобы они не боялись начинать с нами обучение в дистанте. Но это может быть еще и привлекалочкой в дополнительное образование, например, ДПО по русскому языку. То есть мы, с одной стороны, делаем рекламу вуза, с другой стороны, даем качественные знания русского языка, и с третьей стороны, люди привыкают к нам, будущие абитуриенты, и уже готовы к нам очень затратно, но с хорошей эффективностью. Вот, наверное, у меня такие вот общие черты, то есть нам бы очень помогла аналитика. А что же у нас после кризиса будет востребовано среди, так скажем, потенциально безработных?
Еще раз говорю, мы можем это сделать и сами, но если это будет централизованная программа под руководством какого-то большого вуза или центра, мы с удовольствием включимся, потому что наверняка будет региональная специфика. И мы готовы поучаствовать вот именно в анализе, в разработке и в предложении, какие же программы ДПУ будут востребованы эффективно, помимо тех, которые уже все реализуют, и они никуда не денутся. Вот у нас как-то так. Спасибо. Елена, спасибо вам большое. Если позволите, я чуть-чуть уточню немножко ваше выступление. Очень бы хотелось, знаете, проговорить вот на какую тему. Скажите, пожалуйста, вот кроме того, что аналитика с федерального уровня, нужно ли какое-то обучение для преподавателей университета там использовано? Нужны ли какие-то общие платформы глобальные? И никто лучше вас, собственно, региональный рынок не знает, насколько вот у вас сейчас есть способность проводить такую глубинную аналитику образовательную на региональном уровне. Может быть, имеется в виду, что нужна в том числе подготовка специалистов, которые могли бы сделать такую аналитику в том числе. Спасибо, Дмитрий. Конечно, вы абсолютно правы. Мы бы с удовольствием повзаимодействовали как на базе подготовки специалистов по новым технологиям преподавания ДПО, так и на базе действительно подготовки грамотных аналитиков. У нас есть доморощенные, талантливые ребята, но мы всегда открыты и всегда хотим новых эффективных практик. И сами готовы подключиться действительно по аналитике нашего, допустим, региона или ПФО в целом, Приволжского федерального округа, потому что нам это близко, понятно и понятно, как сделать. Ну вот Евгений не зря вас характеризовал как ведущий университет и в округе в целом. И мне кажется, что вот тема с формированием таких опорных точек, на базе которых будет проводиться и глобальная аналитика, и глобальная переподготовка, даже несмотря на то, что на базе них будет развертываться в дальнейшем дистанционное обучение, она, мне кажется, вот очень важна. И здесь вот очень важно правильным образом структурировать этот проект, каскадировать его с федерального на региональный уровень. Жень, что ты скажешь по этому? А можно я немножечко добавлю? Просто у нас тут как раз в понедельник состоялась беседа с заместителем законодательного собрания нашего. И он очень поддержал то, чтобы наши филиалы университета стали как раз реперными точками привлечения образования вот уже в районе. Не только в городе Нижнем Новгороде, но и в районе, чтобы дети не переезжали, а заякоривались именно в наших филиалах. И тут вступает как раз этап с нашей стороны такого тьюторства в виде продвинутых лекций с дистанции. А на месте они уже получают возможность работы с преподавателем и с обсуждением того материала, который дает главный вуз. То есть это очень поддержанной областью, вот создание таких реперных точек образования, независимо от того, выше это образование или это СПО, или бакалавриат. Спасибо. Женя. Наверное, микрофон выключен. Женя, у тебя выключен микрофон. Как бы, Евгений. Коллеги, пока у Евгений, там получается перенастроиться? Женя? А пока Евгений переподключается, сейчас он перехватит у нас инициативу. Игорь Михайлович, хотел бы вот тоже там, Исаак Давыдович, наверное, все-таки в первую очередь к вам. По поводу того, что вот сейчас мы с Еленой обсуждали. Скажите, пожалуйста, вот Высшая школа экономики тоже является драйвером большого количества и федеральных проектов, и начинаний. Вот на ваш взгляд, продолжая предыдущий вопрос, чего все-таки хотелось бы с федерального уровня, и как вы видите, что в рамках поддержки региональных, в первую очередь, наверное, университетов с федерального уровня? У вас, я знаю, есть своя концепция, вот очень бы хотелось услышать ее.
по этому поводу? Ну, у нас очень, если угодно, примитивный взгляд. Я специально это говорю, потому что нам кажется, что сейчас ситуация требует простых решений. Давайте посмотрим, в чем проблема. Проблема в том, что у нас нет рынка непрерывного образования. У нас нет ни реального спроса, когда люди, организации, службы занятости готовы нормальные деньги, не игрушечные, не фиктивные, платить за эти важные образовательные сервисы. И у нас не очень готовы провайдеры, я имею в виду государственные, если мы сейчас говорим об университетах. Скажу откровенно, что даже в моем университете нам приходится иногда, когда мне надо гибко сделать быструю переподготовки для кого-то и повышение квалификации, это требует буквального пробивания бюрократии. И я понимаю бюрократов, потому что существуют какие-то там приказы, надо заранее заполнять и так далее. Поэтому первое, что мне кажется, надо сделать, надо и то, что не стоит вообще ни копейки, надо снять для университетов. Университет, послушайте, это аккредитованная организация высшего образования. Она по определению может любые, в общем, программы это реализовывать. Ей нельзя не доверять. Значит, надо в университетах и для университетов максимально снять все барьеры для реализации программ ДПО. Второе. Надо запускать рынок. Чтобы запустить рынок, надо стимулировать и спрос, и предложение. Спрос можно стимулировать, и это показывает опыт других стран, прежде всего так называемыми ваучерами, софинансированием государства или благотворительных организаций, или службами занятости, курсов непрерывного образования. Когда тебе говорят, вот тебе 10 рублей, если ты добавишь 5, то ты можешь взять курс там, по цифровой грамотности. Для человека, если человек этого не сделает, то он потеряет как бы 10 рублей, понимаете? Вот такие простые стимулы начинают работать. Ну и, конечно, я знаю, что это есть в федеральном проекте, надо учить университеты выстраивать вот эти гибкие программы, управлять ими эффективно и так далее. Вот, пожалуй, и все, что надо сделать. Нужно запускать рынок. При этом очень важно понять, этот рынок сейчас. Это рынок региональный. Хотя мы видим сейчас, что с помощью вот таких инструментов, как мы сейчас используем, начинает развиваться рынок глобальный. И, например, курсы испанского языка сейчас гораздо лучше и проще взять у кого-то в Испании, а не у учителя в Москве. Поэтому, ну, это новая перспектива, мы с ней не разбирались пока еще. Спасибо. Спасибо, Исаак. Жень, тебе слово. Женя, тебя не слышно, у меня вчера такая же проблема была. Не работает. Жень, у тебя такая же проблема, как у меня вчера. Там при переключении что-то происходит и перезагрузка нет нифига. Я так понимаю, что Андрей у нас так и не подключился, к сожалению. Исаак, спасибо большое за подробную историю того, что нужно. Я бы вот хотел Игорю этот же вопрос тогда задать, если так получается. Игорь, скажите, пожалуйста, с федерального уровня, что вы считаете необходимо сделать для того, чтобы вузы начали развивать все-таки ДПО, чтобы вот этот проект выстрелил полноценно и полноценно пошел? Вот Исаак правильно говорил про там многие вещи. Возможно, еще кроме там подготовки специалистов, там, неких образовательных платформ, каких-то базовых методик. А вообще, что нужно, чтобы вузы начали двигаться?
Я думаю, нужно две вещи сделать в отношении сети вузов, с которой прежде всего мы имеем дело, с сети федеральных вузов. Первое. Нужно, значит, сделать так, чтобы сам рынок, на котором работают государственные вузы, собственно, и стал рынком. Ну, то есть про то, что Исаак говорил, чтобы вузы получали окрашенные деньги по нормативному принципу и оказывали по ним повышение квалификации. Не так, чтобы создать какую-нибудь главную организацию, и она будет заниматься повышением квалификации, как, собственно, было предусмотрено в национальном проекте. И под нее будут свои там региональные центры повышения квалификации. Ни в коем случае этого делать не нужно. Это убьет рынок, это убьет, ну, как бы возможность вузам предлагать действительно конкурирующие программы. Не надо делать главные организации, надо по нормативному принципу распределить средства на повышение квалификации, и тогда вузы будут предлагать качественные программы и на этом рынке играть, и побеждать будет тот, у кого программы более качественные. Ну, там можно разные оговорки делать, например, там все же делать какой-то входной контроль и там убивать демпинг, но тем не менее, значит, вот конкуренция должна быть. Значит, и второй момент, который, мне кажется, следовало бы здесь поговорить, это поддержка вузовских партнерств с другими организациями. Вот есть такое понятие, называется скрытая аренда, когда там любые партнерства вузов с другими организациями воспринимаются контрольными органами как скрытая аренда, и в результате партнерских договоров вузов и организаций, которые помогали бы вузам организовывать повышение квалификации, не возникает. Вот, мне кажется, надо поддерживать на этом рынке действительно партнерские договоры вузов и различного рода технических организаций, которые обеспечивают повышение квалификации в интернете, предоставляют соответствующие возможности, маркетинг организуют и так далее. И тогда этот рынок в отношении вузов и заживет, как в общем везде в мире это и делается. Я вроде ответил. А, ладно, Евгений, это, видимо, общая проблема платформы. У меня было вчера ровно то же самое на другой секции. А, коллеги, у меня, знаете, такой вот, я так понимаю, что у нас не так много времени остается, общий заключительный вопрос. Знаете, мы поговорили по поводу того, что нужно с федерального уровня, что нужно делать региональным вузом, как правильным образом выстраивать кейсы, как формировать. А, вот скажите, пожалуйста, я бы от каждого хотел услышать следующие вещи. Какова емкость рынка вообще, вот рынка непрерывного образования, рынка ДПО? Мы все бросаемся некими цифрами, что там вот там 20% людей потеряет работу, то есть 20% людей, там, белых воротничков, это те люди потенциально. Но, возможно, вот Исаак, вы там оценивали емкость рынка в рублях, в долларах. То есть, мне кажется, для многих университетов стимуляционным таким фактором будет являться то, что они услышат некие цифры, которые могут реально заработать. То есть не процент от дохода небюджетного, который есть у университета, а потенциальная емкость рынка, на которую можно выйти. И вот Исаак очень правильно сказал по поводу того, что сейчас глобальные истории начинают выстреливать. Я знаю, некоторые российские вузы активно пошли в зарубежные свои экспансии и в рамках проекта «Экспорт образования» и самостоятельным образом создают программы не только на английском языке, а у нас есть ближнее зарубежье, которое неплохо говорит на русском языке. И вот здесь бы очень хотелось понять, то есть какие перспективные направления, вот от каждого коротко, и какова емкость рынка по каждому из этих направлений, ну хотя бы оценочно. Исаак, может быть, вот тебе первому слово на эту тему. Скажу откровенно, Дмитрий Юрьевич, что как ответственный человек я не могу ответить на ваш вопрос о емкости рынка, не могу его спрогнозировать, потому что, с одной стороны, мы можем примерно прикинуть рост числа людей, которые заинтересованы в переподготовке или в повышении квалификации, и по нашим оценкам речь может идти
о нескольких, не нескольких, а более чем 5 миллионах человек в год. Но, к сожалению, мы не можем сейчас оценить их покупательную способность. Если смотреть на наши оценки до кризиса, то мы, например, предполагали, что, ну, давайте представим себе, у нас бюджет университета, там, скажем, 1 миллиард, 2 миллиарда. Так вот, примерно 10% бюджета можно собирать, мы предполагали, можно собирать на рынке дополнительного профессионального образования, то есть 100-200 миллионов. Но еще раз подчеркну, мы предполагали, что могут платить компании, мы предполагали, что могут платить сами люди. Сейчас, если мы посмотрим на опыт других стран, и, например, сейчас Европейский Союз заказал довольно большую работу по разработке стратегии обновления навыков для Европейского Союза после пандемии. Вот у них там есть в техническом задании такая штука – оценить необходимые масштабы государственных интервенций в эту структуру. Поэтому, если государство заместит потенциальные расходы граждан, семей, разоряющихся предприятий, то речь идет, конечно, о десятках миллиардов рублей. Исаак Давыдович, спасибо большое. Десятки миллиардов рублей – заманчивая цифра. Игорь Михайлович, скажете что-то в дополнение? Вот у вас, судя по вашей презентации, ваши кейсы, очень сильно выросла доходная часть по доп. Образованию. Есть ли еще перспективы роста? Готовы ли вы двигаться, в том числе на межгосударственные рынки или там на федеральные рынки, не только в Москве? Ну, смотрите, уважаемые коллеги, я думаю, что здесь очень сильно будет зависеть от того, как перестроится экономика. Вот все, наверное, видели статьи Ярослава Ивановича Кузьминова, Владимира Александровича Мао, других коллег, которые прикидывали, каким образом цифровые сервисы в экономике начнут превалировать. И, ну вот, если, так сказать, соглашаться с прогнозами коллег, что, например, вырастет интернет-торговля, да, то понадобятся действительно другие программы повышения квалификации, которые во многом ориентированы на дистант. И это как раз тот рынок, который вузы, даже при всей ее бюрократии, про которую Фрумин говорил, ну, которые вузы должны попытаться завоевать, должны попытаться, ну, как бы на этом рынке поиграть. Естественно, вся эта бодяга с государственными тендерами, с организациями конкурсов, она осложняет дело. И вузы здесь в менее таком привилегированном положении, как частные компании, но вузы имеют бренды, которым можно доверять. Если бы, вот вы же там будете делать какие-то рекомендации для министерства, вот коллеги из министерства здесь присутствуют, если бы министерство дало какой-то ориентир, как вузам быстро размещать свои услуги по повышению квалификации в области цифровой экономики, я не знаю, там, обучение тех, кто работает в цифровых магазинах, тех, кто оказывает там услуги доставки и так далее, вузам бы это, безусловно, помогло. И в этом случае доля рынка действительно исчислялась бы миллиардами, если не десятками миллиардов. Но вот так вот развернуть вузовскую бюрократию, не каждый вуз способен, очень бы помогли федеральные рекомендации здесь. Спасибо. Спасибо большое. И в заключение, Елена, вот хотел бы вас тоже услышать по поводу того, какие новые направления, это первое. Ну и второе, может быть, вот насколько вам нужен проект, вот новые возможности для каждого. Его, я знаю, что региональные вузы очень ждут и очень ждут, когда он запустится. Вот попробуйте резюмировать сейчас все, что было сказано. Спасибо. Потому что мы уже завершаем потихоньку. Уважаемые коллеги, да, конечно, нам очень помог проект «Новые возможности для каждого», и сейчас мы бы, конечно, развернули совсем другие направления подготовки, нежели было сделано в прошлом году.
то есть ориентировались бы на потребность вот этого населения, которое оказалось без работы. В плане оценки рынка очень согласна с Сагдавыдовичем, что трудно, а цену могут сейчас заплатить людям. В прошлом году у нас ДПО прошли образование 10 тысяч человек. В этом году, если ориентироваться на ту же цифру, но если действительно будут ваучеры от государства или реальная оплата от биржи труда, тогда мы, наверное, где-то эту цифру и сохраним, а может быть даже и увеличим. Но ориентироваться на кошелек конкретного гражданина сейчас очень сложно. Мы знаем, что, в общем-то, падает доходность у каждого человека. Поэтому тут поддержка и в виде государственной программы. То есть даже больше не от Министерства, получается, науки и образования, а поддержка от Минтруда или от правительства по именно трудоустройству граждан и оплате дополнительного образования. Переориентировка программ, которые мы ожидаем, ну, наверное, для вузов это будет звучать грустно, но это упрощение и примеритизация тех программ, на которые люди пойдут, потому что нужно будет быстро приобретать новую профессию. То есть это не будет тот хай-тек, на который мы рассчитывали, и на который мы готовились, и который вузы умеют делать лучше всего. Хотя хай-тек тоже останется, мы тут надеемся на вот эту программу непрерывного образования и программу модульного образования для студентов. То есть у студентов, если будет второе, третье образование параллельно полученное, которое из тех же программ ДПО, оно даст ему преимущество на рынке. То есть можно ожидать, что еще и студенты будут пользоваться программами ДПО для получения вот дополнительных баллов при выходе на рынок. То есть, наверное, вот так вот. И вопрос такой вот. В медицине существует непрерывное медицинское образование с кредитами, с баллами за определенное прохождение дополнительного образования. Неважно, что это. Ну, например, хирург решил пообразовываться 2 недели по меланоме или еще что-то. Вот если бы такая же система дополнительных баллов и кредитов была введена в других профессиональных кругах, это дало бы нам государственный хороший рынок дополнительного образования. То есть когда профессионал должен не то что получать большие курсы, а именно вот эти небольшие доп. Образования по 2, по 3 недели, и за эти баллы он получает увеличение своего качества и увеличение зарплаты. Вот, наверное, так. Ну, да. Спасибо. Да, хорошо, спасибо большое, Елена. Исаак, резюмируй тогда, пожалуйста, все вот, вышесказанное, и будем закругляться, у нас 2 минуты до конца осталось. Спасибо большое. Ну, у меня резюме очень простое, я очень признателен Елене Вадимовне и Игорю Михайловичу, которые, как я понимаю, тоже считают одну такую вещь. Неожиданно можно считать, что федеральный проект, который нам казался даже немножко периферийным и непривычным, становится сейчас, скорее всего, центральным в национальном проекте образования. Вот он и цифровая образовательная среда. Это непрерывное образование и цифровая образовательная среда – это то, где не просто надо оставить уже выделенные ресурсы, а добавить новые ресурсы. Иначе нас может реально потом сильно тряхнуть с качеством человеческого капитала. Опыт больших экономических кризисов, и, кстати, наш опыт 90-х годов показывает, что без вложений, когда очень быстро меняются технологии, социальная реальность и так далее, то без вложений в поддержку развития человека экономика будет запускаться очень медленно. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, федеральный проект «Новые возможности для каждого», как вот нам представляется, я чувствую, что здесь коллеги солидарны, становится одним из центральных и требует серьезных интеллектуальных усилий и больших ресурсов. Исаак Давыдович, спасибо большое. Коллеги, всем огромное спасибо за очень интересную дискуссию. Мы по результатам обработаем все предложения, которые были, и сформируем рекомендации для Министерства высшего образования. Передадим все-таки Андрею Мельчуку, который, к сожалению, так и не смог подключиться к нам сегодня, хотя пытался раз, наверное, 25. Еще раз всем спасибо за то, что в это непростое время нашли возможность, силы и приложили свои знания к этой дискуссии. До свидания. Спасибо всем. До свидания. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания.